в больших городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, все борются за красоту архитектуры, тем самым снося незаконные постройки, растяжки. В Чикаго есть. Чикаго. В Чикаго забомбили метро прямо посреди улицы. И красоты этого это, конечно, не добавляет, но в этом какой-то есть свой шарм, который мне пока не понять. Разговариваюсь уже со знакомцами. С незнакомцами на улице не разговаривать, помните об этом. Особенно в незнакомом городе. Я иду к зданию Трампа, там он впереди. Экономия темноты. Спокойно, ветерочек с озера дует. Очень много попрошаек всяких разных, сидят, что-то просят. И да, в Америке можно зарабатывать минимум $12 в час. Хотя наверняка попрошайки зарабатывают даже больше. Красивая машинка. Кстати, когда канал начнет мне приносить деньги, я начну в него вкладывать. Первым делом куплю штуку, которая стабилизирует видео и не будет вот так вот сотрястись, когда я иду.
рассказывайте друзьям, делитесь, подписывайтесь.